Друзья, салют! 31 мая проходит фестиваль Paper Funk, и у нас в гостях сегодня основатели и участники данного фестиваля. Давайте знакомиться. Привет, меня Паша. Зовут Paper Clip. Виктор Инков. Юра МДФри. Очень приятно. Вас трое, то есть вы наверное, выступаете как какой-то постоянной коллаборации. Расскажите вообще, как вы познакомились, с чего началась ваша совместная работа? Ну вот мы с Витей познакомились раньше всех, в Нижнем Новгороде вроде, да, мы с тобой там затусили как-то. И написали много виртуальных треков, несколько настоящих, ну виртуальных, потому что мы их давай напишем. Давай сядем, сейчас будем писать. Ну и как-то не особо получилось. Скоро напишем. Да, но у нас при этом схожие как бы взгляды на все вот эти вот движухи, на музыку и так далее. А вот Юра меня вообще позвал к себе на мероприятие для того, чтобы, ну, узнать, что это за человек, который говорит его словами. Как бы Юра, он такой со своим мнением на сцену, как бы на всю, на российскую и так далее. И он услышал примерно такие же слова от меня, ну, в одном из подкастов «Диджея Беса». Вот, привез меня, грубо говоря, чтобы простебаться, ну, потому что, ну, было. Да, не верил чувак, что, ну, может, на общую тему мы с ним обсуждать. Ну, единомышленники среди вообще русских каких-то артистов. Да, он, кстати, если что, до 11 лет в Эстонии рос, поэтому вообще не совсем русский. Вот, ну ничего, он меня привез, как бы мы с ним сдружились, и оказалось, что у нас вообще очень много общего. Мы даже когда пишем треки, нам не надо, собственно, говорить друг другу, что надо делать. Просто каждый делает свое дело, сидит. Или типа, а вон вот эту штуку, а, ты уже сделал, все, ладно, короче. Ну, то есть симбиоз у нас грамотный. Вот. А что это за слова такие, я тебя перебью, были магические? Какие? Ты упомянул. А симбиоз? Не-не-не. Что Юра услышал слова, и он заинтересовался. У тебя какая-то своя концепция, есть видение? Ну, значит, дело так обстоит. Я уж как бы вот сам конкретно нейрофанком давно занимаюсь. И вот это был 15-й выпуск подкаста «Нейропанк». Там интервью у меня брал организаторы «Стулы». И я им рассказывал, типа, то, что вот нейрофанк уже догнивает, там весь такой в расстроенных чувствах. И типа сцена в упадке, не нравится, недоволен. Ну, такое негативное достаточно интервью. Ну, Юрке понравилось. Не, Юрка не хейтер, у меня просто своя позиция такая на всю тему. Вот, и он услышал это и на самом деле взбесился вместо того, чтобы порадоваться, что человек с ним на одну тему как бы разговаривает. Вот, хотел со мной по счетам как бы. Да, в итоге встретились, оказалось, там просто так параллельно все происходит, то есть очень много общего. То есть у вас образовался какой-то свой один интерес, да, там зацепились там и как-то вот... Именно на какой-то на философии, что ли, можно так сказать? Да вот, не совсем. Нет? Ну вот если что касается философии, то вот мы с Юрой как бы конкретно у нас прям вообще одинаковые взгляды на все эти вещи. Витя, он немножко обособленный персонаж, как артист, как бы, и, ну, как человек. Но тем не менее мы находим общие вот эти вот мосты соприкосновения. У него там с юмором точно так же, как бы, как и у нас. Ну не то чтобы в порядке, но тот же самый, да, дебилизм. Вот. Мы как бы находим общий язык в этом плане. Не знаю, треков, может быть, еще напишем. Это, да? Тут как бы все связывает, по сути, музыка. Ну, все, а что, как бы, и все. Понятно, хорошо, спасибо. Расскажи, наверное, про ваш лейбл. Чей он вообще, чем занимается? Я слышал, что выпускает винил. Объясни, почему винил в эру, цифровую эру. Да, цифровую эру. Ну, в общем, если сначала брать, то это был 2008 год. Мы тогда общались с Пашей Дереком, очень плотно писали музыку, московский продюсер Техно Drum & Bass. Он говорит, а что, назови свой лейбл Paper Funk. Я ему говорю, ну ты дебил. Он так, ну, такой, да ладно, типа прикольно. И спустя годы я такой думаю, а почему бы и нет? Вот, ну, то есть название такое созвучное с никнеймом и так далее. Ну, там еще потом придумал Papercast, как бы, ну, это уже чтобы освещать релизы, диджитал и так далее. Ну, а что конкретно касается винила, вот. Ну, если обратить внимание, сейчас везде куча диджитала, да, а вот чего-то материального такого, где бы вот ты мог как-то почувствовать себя как самоматериализовавшимся музыкантом, да, то есть самореализовавшимся. И хочется печатать себя на пластиночках и прям вот класть такой, все, готово. Вот чекпоинт, ты-тынь, типа там Xbox Live открыта, новая пластинка, там, раз, следующая и так далее. Ачивки. Да, ачивки собирают, потому что все-таки гораздо круче лейбл, и воспринимается, и вообще видится людям, когда на нем есть еще и пластинка. То есть, когда это не выгодно, никому не нужно, а лейбл еще пластинку пускает. Ну, наверное, это круто, короче. Ну, как-то так людям. Статусно. Да, статусно, типа, считается. То есть, вы решили погнаться не за деньгами, а больше... За концептом, за идеей, да, да. Нам всегда было интересно именно
вот наша узкая полочка техстепа, и вот мы конкретно с нее все, что можем максимум сделать, вот, будь то командные действия, поодиночке и так далее, выпускаемся и работаем. Сейчас вот у нас с Юрой следом релиз, виниловый должен быть. Очередной. Раньше это был первый, теперь очередной. Время меняется. Еще один. Ну да. И выступаете, сейчас же выступаете, тоже играете на винил, да? Или... Ну, если как бы есть винилы, почему бы не поиграть с винила, но очень тяжело их с собой таскать. То есть тут уже идет такая тема. Ну, не флешки, конечно, и не контроллеры, да, именно диски записываем, как бы, и, ну, как стандартный диджей играть. Хорошо, ну вот есть свой лейбл у вас, и вы, наверное, прочувствовали разницу между чужими и издаваться на своем. Ну, расскажи впечатление, как это все обстоит. Ну вот, допустим, на чужом лейбле издаться, это типа: о, привет, послушай мой трек. А, ну прикольно, давай подпишем, вот контракт, все, давай, официальненько, четко, там, я не знаю, чуть ли не скан паспорта и так далее, как у нас это делается? Алло, Паха, новая тема, короче, давай заценим, о, давай, издадим, да, конечно, что же еще говорили. То есть разница вот в чем, типа, дома у себя легче, да, вот этими всеми движухами заниматься, когда сам. Не, ну смотри, ну когда чужой лейбл, это же считается круто, там, престиж, статус, выдаться на, ну, издаться на чужом лейбле, всем поговорить, что вот я там, на... Армада там еще, ну, где-то. Тут еще есть большая разница в том, то, что, опять же, для кого какой статус имеет этот лейбл. Допустим, был когда-то, да, там мега крутой лейбл, он там, ну, действительно был весомый. Сейчас он стал, ну, ни о чем. То есть, да, осталось только одно название. Ну и что толку, что ты там издашься? То есть, ну, абсолютно ничего это не будет значить. И причем для многих людей, которые в теме, которые действительно понимают, там, знают историю, еще что-то, то для них это тоже ничего не будет значить. И гораздо лучше, когда человек действительно, вот как он, там, занимается лейблом и там издает нормальных парней. И опять же, как он сказал, вот это то, что простота, ну, с которой все это делается. На русском языке это делается. Ну, во-первых, на русском языке. Во-вторых, дело в том, что если ты на какой-то левый, на другой там, мега лейбл, да, там будешь отправлять, как всегда, это все может затеряться и там чуть ли не через там месяцы, годы только издаться. Ну, это как бы там по понятным причинам, но как бы многие артисты, не знаю, вот можно, ну, настолько крутые треки есть, что вот их можно там прям сразу вот издать очень, ну, достаточно быстро. Но это гораздо сделается здесь проще. Вон, увидите инкода в этом, в описании, как артиста написано. Его не интересуют рейтинги, ему плевать там на всякие штуки и так далее. Вот то же самое, как бы это вот наша политика. То есть вот одно время, допустим, когда у меня было становление как артиста, я пытался выпуститься, чтобы засветиться на каких-то лейблах, да. Ну, вот. А потом, когда я перестал видеть в этом смысл, почему бы вот не взять и свой этот лунопарк с блэкджеком и шлюхами открыть, как говорится, да. Вот. И сделал, ну, на самом деле не обламываюсь. Это вопрос нескольких лет, чтобы, допустим, статусность какой-то лейбл приобрел. Такую, чтобы вот в межстран входила молва типа про Paper Funk, хотя, ну, это совсем так мало вероятно, у нас все-таки узкая тусовка. Вот. Но тем не менее, может случиться такое, что со временем он выйдет прямо вот на мировой рынок как действительно что-то стоящее. Ну, вот. А насчет статусности артистов, допустим, вот ты говоришь, издаваться на других лейблах и так далее. На самом деле, как показывает практика, самые популярные и знаменитые артисты имеют хоум-лейбл. Именно. Вот. Это даже если взять самый глупый мейнстрим пример типа Скриликса, у него есть Осло, и больше его ничего не интересует. И это правильный подход. Потому что именно на хоум-лейбле рождается вот эта вот тусовка, в которой у тебя есть определенные требования, да, к артистам и так далее, в которой у тебя есть определенный там подход именно как к людям, к ним, да, вот с каждым из своих артистов я как-то более-менее знаком, ну, может быть, по интернету и так далее, но это достаточно длительное общение, и вот те долгие даты выхода релизов дают мне возможность даже иногда разочароваться в человеке и, ну, не выпустить какой-то его трек, то есть тут важнее немножко другие вещи, чем вот какие-то бонусы, как для артиста и так далее, тут важнее именно тусовка, там, концепт и так далее. Вот Юра мне рассказывал классную историю. Я 2 года ждал, пока ты выпустишь мой трек. Ну я же выпустил его, видишь, время, все проверил, четко. Вон, я говорю, Юра рассказывал про коллектив Future Cut, он очень знаменитый. На Metalheads они, значит, эксклюзивчиком выпускались. Голди, ну, знаменитый, это его лейбл. И их пригласили выступить в каком-то, в каком-то мероприятии, байка, которое было не согласовано, в общем. И Голди им позвонил и сказал: если вы вот сейчас отыграете,
ну, вы как бы можете встать за пульт, только приедут наши ребята и здесь всех, ну, расхренячат направо и налево. То есть строго было там в стиле гэнгста. Ну, я не говорю, что я такого хочу, да, там со стволом на чуваков доправлять, типа говорить, что за напряги. А просто, чтобы мы как-то считались друг с другом. Как я всегда тоже видел свой лейбл, как действительно его хочу сделать. Действительно, вот тусовка есть определенных людей, которые вот он, есть артисты и все. То есть вполне возможно, что он будет вот все закрытым, больше туда даже никто попадать, по сути, не будет на лейбл. Ну, так и было на всяких трушных, там, отцовских лейблах старых. Действительно, так и было. То есть, хотя, в принципе, из новой школы, ну, так скажем, там, 2000-й, там, вот, Lifted мне в этом плане нравился, их там было всего, там, четверо или пятеро всего артистов. Все, и больше они там никого не брали, ничего, все, у них своя тусовка, все круто, и свой прям стиль, свой звук четкий. Не было такого, как сейчас, концепция, допустим, была. Концепция, да, идеальная просто. Вот и мы сейчас, и Паша, и я все это стараемся делать так, чтобы это так же было. Потом, по поводу вот твой вопрос, почему вот на других там лейблах. Вот я говорю, мой конкретный вот момент, который, не знаю, я, допустим, никогда не любил, что касается вот русских артистов, да, там, то, что чаще всего надо вот, я и тут издался, и там издался, и на этом лейбле, и на том, и тут, и тут, и тут, галочек понаставил, правильно, действительно, как звездочек на самолет наклеил, а то есть толку как бы нет вообще в этом. Если, допустим, даже как слушатель, я могу сказать, как ценитель, да, там, музыки, раньше приходишь, да, в магазин, когда носители были вот прям распространены, там, аудио CD, там. Ты имеешь в виду что-то под одним флагом покупать? Да, просто? Ты просто приходишь, видишь, допустим, Moving Shadow значок, да, там, ты не слушаешь даже это, потому что ты знаешь, что все, там все круто. Ты действительно приходишь домой, ставишь, ты никогда не разочаруешься. Также Good Looking, там, ну, как бы прочее, Metalhead в свое время, то есть все было круто на самом деле. Козырями кроют. Да, ну просто вот и в таком же духе, как бы, и Паша меня поддерживает, я считаю лично, что лучше создавать свое, вот, вот действительно эту тусовку, которая будет там крепко вот закреплена, действительно, то есть, как он говорит, время, вот когда задерживаются там эти релизы, да, действительно проверяют людей, потому что многие начинают отваливаться, там какие-то там придумывать, вот мне побыстрее, мне то, мне это надо. А мне я звездочки вот, нужны. Да, сами. Мне звездочки нужны туда-сюда, и вот эти вот, опять же, по поводу звездочек. Ну, есть артист какой-то, вот у него на афише вот какое-нибудь мероприятие. Под этим артистом 12 тысяч лейблов разных. То есть я в итоге об артисте не знаю ничего, но зато какие-то лейблы. Да я не знаю, я меньше даже эти лейблы, я их впервые вижу. Ну, причем, да, это рассчитано, знаешь, на простого человека. Он такой смотрит, он и там, и здесь побывал. Я даже не знаю, что это такое, наверное, крутой. Ну, Масу, да, ну, как бы сейчас же, ну, понимаете, что все пошло на бабки, на популярность. То есть вы придерживаетесь совершенно, выбрали совершенно другую дорогу. Нет, дело-то в том, что лейбл, если делать хом-лейбл, один нормальный, стабильный, тут действует такое правило, рука руку моет. То есть ты можешь... Ты в каждой своей тусовке, везде, ты продвигаешь лейбл продвигает тебя, и это действительно работает, и очень круто. Это еще с конца 80-х, вот начало 90-х, это все работало, там, начиная, я говорю, с того же первого брейкбит лейбла Moving Shadow, то есть все вот так вот шло четко. А, пожалуйста, возьмите даже старые клипы там Prodigy, где они там Excel Recordings, у них на куртках везде. Ведь все это работает и работало всегда. А лейбл двигал их, хотя это Excel Recordings, это всего лишь там под лейбл. Я даже, если честно, сейчас не вспомню, какого лейбла. То есть очень мощного, огромного. И тем не менее, как бы ребята его, благодаря им, многие узнали об этом лейбле. Хотя лейбл довольно-таки мощный. Вот. И наоборот. То есть все продвигалось, все работало. И здесь можно сделать все то же самое. Просто действительно у нас, ну, не все понимают, что это работает. И начинают бегать, там, метаться куда-то. А сами лейбл-оунеры, они там, ну, просто хотят там бабла срубить и все дела. Ну, их как бы понятно почему, но в итоге ты смотришь артисты лейбла, а там муравейник. Там просто нереальное количество людей. Да, которые зашли, оставили и дальше. Один, пошли. Да, один трек. А ведь раньше как было, да, там, заходишь на лейбл, а до сих пор Moving Shadow, кстати, тот же не отключен, заходишь, смотришь артисты, а там вот просто вот небольшая такая кучка, и вот они там все варились, все друг на друга там ремиксы делали, все вот, ну, такая семья большая. Вот. Небольшая? Ну, как, у них большая была.
Ну, в общем, это в любом случае все от большой любви к музыке, в первую очередь. Да. Вот, если бы, как бы вот, мы музон так не любили, то, наверное, было бы наплевать. Можно было бы вообще и там, и здесь, и тут, и куда хочешь. Ну, да, и жанры разные. Менять на перчатки, да. Давайте, наверное, поговорим о харде, о тех вещах, которые вы используете в студии. Возможно, есть какие-то любимые девайсы вообще. Как все происходит? Там мастеринг в комнате или где-то какая-то крутая там студия стоимостью 2-3 миллиона долларов? Давайте только честно. Все, да, что такого? Компьютер, наушники. Я просто. Даже мониторов нет. Были мониторы, да и фигня это все. Вот мне не понравилось, честно. Вот нужно, понимаешь, что вот если мониторы, тебе нужно обязательно помещение грамотное, в котором ты расставишь мониторы по треугольнику, по этому равнобедренному, когда ты будешь басы чувствовать и так далее. Когда у тебя нет такой возможности, сел в наушники и пишешь. Вот и вся тема. И еще есть такой, значит, вопрос. Ставят дизайнера, ему говорят, у тебя бесконечное время на выполнение этого заказа, а у тебя ограниченное. И как оказывается, тот, у кого ограниченные условия, делает круче. Вот. То есть мы в сложных, как бы, ситуациях эволюционируем и можем делать что-то гораздо находим круче. Находим какие-то выходы, правильно, чтобы как-то... Говорят, хочешь развиваться, выходи из своей зоны комфорта. Ну да, ну, есть. Не знаю, у меня вообще мониторы. Ну, у него как бы S90, да? Радиотехника S90F и усилитель Odyssey. Все. Ну и карточка Julia. Все. А вот у тебя есть? Ты, как... У меня Adamo Atrix стоит на их вообще низу, потому что невозможно. Сюда. Наушники напели. Давай, пошел. Разочек. То есть, и это окончательный вариант делается на этой аппаратуре. Ну, то, что в дальнейшем выпускается на лейбл. Да. Нет, лейбл может мастерить. Ну, смотря, да, то есть, как бы, вот опять же, да, если придерживаться концепта, я, допустим, на свой лейбл забираю треки, если я их дальше все вызвучиваю. Почему? Потому что о том, о чем я говорил, там, пример Lifted или Moon Shadow, чтобы звук был свой лейбл один хрен, то есть его нужно делать таким, чтобы он был ровный, из релиза в релиз, чтобы, ну, как бы не было такого, что вот у одного артиста такой звук, у другого такой. Дело не в том, что там по качеству там пикуют, не пикуют, еще что-то. Нет, нужно еще и придать свое звучание, как ни крути. Вот, поэтому я, допустим, я вот в домашних условиях докручиваю все, доделываю, почему нет. Ну, вроде бы как показывает, вроде пока практика, все нормально. Если б не знал, как обстоит дело, то я никогда бы не догадался, что ты сделал на S90. Ну, вот, многие так говорят, что это, ну, как-то, то есть даже задавали вопрос, а что у тебя там, как, что за... Ну, S90 АЧХ, как бы, отлично. Ну, да, там, без права. И, как бы, ну, мы в любом случае не говорим о том, что не надо совершенствовать студию, да? То есть это так, да, на данный момент так дела обстоят, но это абсолютно не обламывает. Если есть опыт, ты можешь практически, как бы, ну, не совсем на каком-нибудь какашке, да, написать, но на, вот у меня наушники HDJ 2000 пионеры. Ну, отлично в них я все слышу, тем более панорамы там вообще можно, ну, сумасшедшую делать. Вот, меня это вполне устраивает, так же, как вот Витя тоже в наушниках делает, правильно? Вот, то есть в этом нет никаких проблем. По-моему, даже, как бы, Noisy говорили, что в наушниках по-любому надо мониторить в конце. На самом деле, можешь писать на чем угодно, это дело привычки. Если ты привык к своим наушникам, привык к своим мониторам, колонкам, неважно, что там стоит, и ты привык к этому звуку, привык к звуку, который у тебя в комнате находится, вот, можно так же писать нормально. По сути, да, но есть некоторые тонкости. Я понял, ну просто есть, особенно много начинающих музыкантов, которые думают, вот я себе сейчас там куплю моники за 1,5 штуки, куплю именно. Там еще что-то. Многие так и начинают, они спрашивают. А в итоге продукта музыки никакого, да, нет. Да, именно так и есть. То чаще есть, ну, нужно поменять свое мышление. Да, да, лучше делать какой-то, да, все-таки лучше что-то начинать делать, чем вот это вот. Все красивенько. Можно я скажу? Мне вот нравится, вот спрашивают, слушай, чувак, ты на чем пишешь? Ну, там, говоришь, наушники там у меня, колоночки стоят какие-то, ну, компьютер, не парюсь. А я вот тут хочу купить, короче, контроллер, хочу купить мониторы, что посоветуешь, там, наушники. Вот, люди сразу начинают покупать себе сетап какой-то, не имея никакого навыка, в принципе, навыка на том, что у них есть сейчас. Можно было просто взять, попробовать написать музыку на том, что у тебя есть, и уже дальше, исходя из своего опыта, покупать себе какой-то сетап. Вот. Но некоторые делают все наоборот. Сначала покупать сетап, непонятно зачем, потому что он нужен, потому что, как бы, он, ну, есть типа у всех. Да, он, да, крут. Это круто, когда у тебя есть сетап какой-то, и типа ты покупаешь сетап, значит, у тебя будет крутой звук, все будет хорошо, а на деле выходит по-другому.
Вот. Потом появляется куча вопросов. А что, а как, и зачем, почему? В итоге получается, что это сетап абсолютно бесполезный. Но чаще всего он просто стоит у людей. Самая беда в том, что этот сетап еще может еще хуже сделать. Вот, допустим, когда ты фигово делаешь звук в треке, да, и у тебя аппаратура не позволяет воспроизводить прям там частотный диапазон, чисто картинку видеть. Он не будет видеть вот именно той фигни, которую он там натворил, настолько, насколько он будет видеть это в мониторе, и поверь, это будет угнетать его еще сильнее, короче. То есть он будет слышать свою какашку прям вот так вот перед собой в микроскопе, и это будет просто контрпродуктивно на него действовать. Стопоритовое творчество. Да, потому что люди потом сидят и 10-секундные отрезки, короче, по кругу лобают и никак не могут вообще из них как-то вырваться. Где вы сейчас выступаете, скажите? За рубежом, в России где-то, по СНГ? Как обстоят дела и вообще как со сцены? Да, то есть это не мейнстрим, далеко не мейнстрим. Ну, интересно. Ну, я вот в основном как бы катаюсь по России. В последнее время довольно редко. Вот. Ну, в основном это андеграунд. Народ собирается не очень много. Ну, как-то так, средненько на самом деле. Раньше было побольше гастролей, может быть, потому что раньше я писал музыки побольше. Сейчас стал писать реже, ну, ввиду некоторых обстоятельств, там, работы всякой. Вот. Ну, и, соответственно, немножечко мой уровень популярности вот, немножко понизился. Вот. Конкуренты. Ну да, конкуренты. Появляются новые лица, которые более интересные, у которых звук поинтереснее. Там. Ну, на самом деле, глубокий такой анализ. Ну так, Россия, катаюсь, нормально. Мне устраивает, в принципе, положение дел. Вот. И я, главное, пишу музыку, и меня это не обламывает. И если есть гастроли, я им всегда рад. А где ты еще работаешь? Или это основной заработок? Нет, музыка не основной заработок. Вообще работаю, да. Музыка — это состояние души. Чего ты ржешь? Ну, потому что умиляюсь я тобой, хорошо говоришь. Да, ну, на самом деле, в принципе, та же самая фигня обстоит. Тоже. Вон, только с ним катаемся, что-то там как-то играем, когда-никогда. Да, мы постоянно прикооперируемся. Да, когда-никогда там что-то приглашают, а так, по сути... В принципе, в моем случае популярности особо я и не жду, потому что... Консерва запечатанная такая, очень плотная, и ну, мейнстримом никаким не пахнет абсолютно и не будет никогда, вот, в плане драм-н-бейса. То есть там вот как застрял в конце 90-х, где-то в середине, то оно так и будет продолжаться, то есть true tech step и полная такая вот штука. То есть там ничего, не думаю, что что-то новое, там современное будет появляться, поэтому тут как бы... Действительно, андерграунд, как Витёк сказал, то есть, не, ну, то есть только ценители будут, наверное, приходить там послушать еще что-то, так же, как собственные треки качать, там, покупать и подобное. Вот. А в плане там сторонних каких-то проектов, то есть есть еще бигбитовый, там, то есть как бы вот там уже немножко по-другому там начинают приглашать еще что-то там. Может быть, будет даже побольше каких-то гастролей со временем, потому что сейчас релизы будут выходить. Но они вот как раз там, на других, на каких-то лейблах, потому что Paper Funk не брейкбит лейбл, так скажем, ну, если брать как бигбит, то есть как направление, то есть все-таки на драм энд бейс направлен. На FreePM тоже, наверное, вряд ли там еще что-то будет выходить из этого. Вот, поэтому будем там развиваться как-то дальше. Ну, я с ребятами, в принципе, согласен по поводу того, что они сказали. Но не так много народу ходит, да, на мероприятия. Это все обусловлено несколькими факторами, как бы. Первый из них — это стилистика, поджанр и так далее. То есть это достаточно темная такая музыка, и любителей у нее, ну, не так много, допустим, как у какого-нибудь мейнстримового драм-н-бейса, к примеру, да. Ну, вот это раз. Второе, значит, именно такой кипяток в драм-н-бейсе, который мы, ну, шпарим, его любят, ну, сколько нам уже, 26, 29, там, 23, да. Вот именно поколение, родившееся вот там 85-й год, 91-й, уже начинаем мы все взрослеть. Вот. И нам уже требуется совершенно другое. Допустим, у большей части людей меняются приоритеты. Там уже перестают ходить на вечеринки. И, допустим, и так возраст был неплатежеспособный, ну, достаточно, да, как для сцены. То есть кое-как там собирались вот эти вот все тусовки и так далее. Сейчас дела еще хуже обстоят, потому что прет молодняк, а молодняку нужно совершенно другое. И ты просто, вот опять же возвращаясь к стилистике, не вписываешься в жанр какого-то мероприятия, которое организовывают. Поэтому тебя там просто нет. Вот. А остальные вечеринки, которые есть, ну, они классные, они небольшие, и
они теплее как-то, да, чем какие-то там, крупные фестивали с солянкой, правильно? Там, да, там круто, когда просто даже элементарно, вон, как Паша Genetic собирает на этих коттеджах, когда пусть там не, немного именно тусовщиков, да, приходит, но диджеев вот так вот вал, артистов. Я поподробнее расскажу. Круто. У нас есть, значит, человек в Москве, Павел Genetic, он снимает коттедж, в котором есть бассейн, сауна, там бильярд. Бильярд, игровая комната, даже с PlayStation 1, ну это же вообще офигеть. Вот. И там, там еще есть, да, места, где можно поспать, себе номер заказать. Поспать себе. Где покушать и танцпол. Ну вообще чудеса. Единственное, народу не совсем часто, но бывает так, что много. То есть достаточно редко приходит большое количество народу. Но вот даже та часть, которая есть из артистов, а там, извините меня, лайнап вот такой вот, и там куча имен. И мы вот просто сами собой диджеями создаем массовку. И отлично проводим время. Это круто, офигенно. Да. Я поддерживал изначально вообще вот эту вот идею. Его, то, что... Но потихоньку чувствуется, что сценка такая, как бы, кратко так и начинает умирать. Ну да, загибается. Но это ничего страшного, мы это будем продолжать делать. Вот, допустим, 28 июня я в 16 тонах Paper Funk Session делаю. Вот. Ребята приезжают, единственное, там Вити нет, тайм-тейблю. Ну ничего, надо просто другим, как бы, ребятам дать поиграть. У меня тоже там артистов, как бы, немало. Вот. Правда, люди глядят на это и говорят, кто все эти люди, но это не важно. Главное же, видишь, там музыка будет классная. Окей, вы сказали, сцена умирает. Что будете делать потом? Предположим, перенесемся там на пару лет в будущее. Бросите или будете продолжать? Как? Да, будем как бы продолжать фигачить. Если даже массовка будет только из диджеев, все равно будет круто. То есть, ну... Да не будет только из диджеев. Будут всегда слушатели, будут ценители. Пусть это будет мало. Вообще, drum and bass тогда все будет круто. Он вернется туда, откуда он появился, вообще взялся и где ему место, в андерграунд. Это с каким-то временем он просто стал мейнстримом. Не надо ему быть мейнстримом. Все. То есть и мы также будем продолжать писать тот же там техстеп с Пашей 100%. И все будет нормально. Ну, мы а всегда слушаем. Да, если будет все совсем плохо, как бы, то у нас есть запасные проекты. Я пишу прогрессив техно. Юра пишет брейкбит, хардхопчик. Бигбит в основном такой. А твой как жанр называется? Порежь вены себе. Порежь венки, да. Нормальный такой, ну, позитивный. И порежь венки, да. То есть вены будут резать всегда. Этот как бы тренд, ну, да, такой сквозь века. Ничего с этим не случится. Поэтому, я думаю, мы не пропадем. Вот. Любовь к музыке настолько велика, что бы там ни происходило, даже если это вообще не будет приносить никаких плодов, ну, таких, которые для всех видны, типа деньги, там какие-то понты, значит, вечеринки, это все равно будет нас удовлетворять полностью, потому что музыка – это, наверное, единственная девушка в жизни каждого из нас, которая никогда ничего против не сказала, не скажет и всегда будет с тобой в самые трудные минуты. Ну да, по сути, все правильно. Как красиво сказала. Ну да, просто без, ну все, музыку надо дальше писать и все. Мы ее и будем писать. Никуда не денемся. Люди, на самом деле с вами, ну, реально очень приятно общаться. Вы... Ну, сразу так не скажешь, да, что у вас в голове такой огромный мир. И на самом деле вы сломали мой стереотип, потому что в моем представлении всегда такой, ну, достаточно тяжелая темная музыка представлялась, какие-то там угрюмые, депрессивные чуваки, которые, как вы сказали, вены себе режут, там, наркотами и так далее. То есть, ну, столько позитива, и одно удовольствие с вами общаться. Большое вам огромное спасибо, что пришли. Желаю вам творческих успехов. Можно последок что-нибудь сказать. Не умирание сцены, да. И давайте последние слова. Давай. А, да? Спасибо последние большое слова. United Music за предоставленную возможность высказаться. Такое очень нечасто бывает. Мы сказали даже больше, чем хотели. Наверное, нас еще и порежет на часть. Ничего страшного. Да, да, да. Но фулл-версия, да, там будет доступна. Огромное спасибо, реально, очень всегда приятно высказать свою точку зрения, и еще круто, когда человек сидит рядом и говорит, что это интересно. На самом деле так. Спасибо большое. Спасибо большое, пацаны. Приезжайте к нам еще. Да, я бы еще хотел сказать, что любите женщин, потому что женщина ваша, если она у вас есть, вот, неважно какая, вот, потому что женщина – это муза. Вот, поэтому берегите, любите их и творите музыку. Молодец, как твоя.
На этой положительной ноте мы закончим. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Всем пока.